Как улучшить качество жизни россиян? ЛДПР планирует добиться революционных реформ. В частности, увеличить минимальный размер оплаты труда. Сейчас МРОТ не превышает и 8 тысяч рублей. Прожить на такие копейки можно с большим трудом. Так что ЛДПР обещает добиться в Госдуме минимальной зарплаты в 20 тысяч рублей. Кроме того, по мнению лидера фракции, пенсионную систему давно пора привести к международным нормам. Пенсии обязательно будет нормальный европейский вариант, накопительная. Сами переводите на свою собственную пенсию, на свой личный счет. И он неприкасаемый. И сами эту пенсию, так сказать, формируйте. И работодатель будет делать по вашему указанию. Хотите больше, еще вносите. Никаких ограничений и полная безопасность. И пособие матерям-одиночкам, чтобы они спокойно могли растить ребенка. В этом не должно быть проблемы. В решении жилищного вопроса Владимир Жириновский предлагает поступить радикально – запретить ипотечное кредитование. По мнению лидера фракции, ипотека буквально грабит население. Вообще убрать ипотеку, мы ее ликвидируем, никакой ипотеки. Только жилищные кооперативы и социальное жилье. Все строит государство, и оно продает на кооперативных началах или право личной собственности. Но убрать этих грабителей, риэлторов, коллекторов, все то, что мешает жить, мы уберем. Никита Каргаев, Никита Королев, 6 канал.